Всем привет, ребятушки, с вами Анри, и только что в PlayStation 4 Store я увидел игру Deception 4 Nightmare Princess, то есть принцесса ночных кошмаров, да? Я не знаю, что это за игра, откуда ее перенесли или ее сделали новую. Давайте, у нас есть Continue New Game, сейчас нажимаем New Game, потому что New Game, точнее, мы не играли, поэтому Continue у нас нету. Так, давайте сделаем немножечко потише звуковые эффекты, чтобы можно было киксовать нормально. Так, я думаю, на 35 будет довольно-таки приемлемо. И посмотрим, что это за игра. Я не пойму, это та Deception, которая была на компьютере, или это Deception, которая какая-то другая. Так, у нас сохраняется. Сохранение похоже, как на PSP раньше были. Story, да, есть новичок. Ну давайте попробуем режим истории. Что вообще из себя представляет эта игра? Пока ничего не понятно, там 3000 лет прошло с каких-то событий злых. И, наверное, нам предстоит... Ой-ой-ой, какой-то демон, смотрите. Как в Джеки Чане. Помните, был мультфильм? Там такой демон был похожий. Какие-то замки средневековые. Непонятно, в чем здесь тасы. Но я думаю, ребятушки, мы с вами разберемся. Какая мадам? Нам представляют главных героинь этой игры, судя по всему, с объемными грудьми в стиле китайских всяких мультиков, японских, наверное. Не особо разбираюсь в аниме, всех вот этих тасах, хентай всяком. А это похоже на хентай, кстати, скорее всего, потому что оголенные тела. На самом деле стилистика мне нравится, вот прикольная. Я только не пойму, что это за... Какой жанр игры, непонятно. Разноглазая девушка, седая, в свои 15, судя по всему. Ой-ой-ой, какие дамы. Напоминает мне почему-то очень игру, раньше была, по-моему, называлась Trapped на PlayStation 2, там вот всякие ловушки расставлять. Я не знаю, может это продолжение этой движухи? Вот, Deception 4, Blood Ties. Не знаю. Не знаю, ладно. Давайте посмотрим, что тут говорить. Нужно смотреть, играть. Глава первая. Judgment, это судный. А что, какой-то судный пролог или что это такое, я не пойму. Солдат, я понял, да? Солдат, два солдата говорят, женщина и мужчина, окей, давайте не будем вдаваться в подробности, чего они там говорят. Постараемся приступить. Они опять говорят, вы не поверите, ребята. Черт, пока до сути дойдет, да? Я понял. Темный, мрачный какой-то лес, два солдата. Давайте. Ой-ой-ой. Да ёб... Да, похоже на эту игру, я вам отвечаю, которая была на PlayStation 2, которая называлась Trapped. Нужно всякие ловушки расставлять на всяких проклятых тварей. Ребята, скорее всего, это оно. Это было бы круто. Я очень любил ту игру, которая была вот раньше. То есть там по определенным траекториям ходят различные твари, и мы должны расставить им ловушки. У нас имеются определенные ловушки, мы их можем прокачивать. Это было так раньше. Что будет здесь, особо я не знаю. О, да, это скорее всего... Или нет? Или не то? I don't need... Мне нужна практика, как это не нужна? Давайте. Посмотрим практику. То это или не то?
Он сюда идет, видите? Нам нужно куда? Сюда зайти, да? Скорее всего, это игрушечка, ребята. Не может быть. У нас есть Оливер какой-то вверху. Это наш соратник или враг? Окей. Вот, ловушка, да. Активировать ловушку. Смотрите, оп, мы ее там поставили, да? То есть мы видим, как маятниковый топор такой ходит своеобразный. Так. Он сейчас будет сзади, походу, идти, да? Ой-ой-ой. Он сейчас... Блядь, ты прекрати. Как поставить, не пойму. Почему он не ставится? Почему он не ставится, кстати? Может, маятник надо поставить? На, а, там уже был капкан. Все, я понял. Комбо. Теперь здесь поставим топор. Блядь, я сам себя рубанул, что ли? Вместе с ним, да? Это нормально. Поставил сразу мину. Опять же, вместе с ним. Надо, наверное, его чуть приманить, потому что он какой-то недоразвитый. Он сейчас меня рубанет. Пошел вон. То есть, видите, у нас есть ловушки внизу, да? Мы их клацаем, мы можем... Блин, какая-то игра крутая, ребята. Я бы ее на самом деле купил. Блять. Я не пойму, нужно на это место остановиться или это просто... А, ловушки уже активированы, просто нужно их... И все, понял. Блять. И теперь все, вот можно его загонять на этот, смотрите. Сейчас мы его загоним на первое. Бах. Еще раз, пока он в капкане, мы его маятником тушим. Ребятушки, на самом деле игра просто потрясная. Тут еще один капкан. Гляньте, как все выставлено четко. Сверху, бах. И 50 мы его дамажим. Отлично, просто. Это реально та игра, которая была трэпт когда-то. Локон, enemy, L1, да? А, можно призумить, посмотреть, да, что с ним не так. Ребятенок, а ну иди сюда. Сейчас мы тебя словим. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, тут сразу 4 можно. Камешком-то можно и прибить тебя, братик. Все понятно. Тихо-тихо, давай. Черт, топор проехал мимо. Есть. Черт, топор, сейчас нужен топор, срочно. Давай, давай. Да что ж он постоянно уходит? А ну-ка, давай, подойдешь на топор? Конечно, подойдет, он тупорылый. А, можно и так курсорами, да, двигать? Можно, все, я понял. Давайте сейчас его схватим. Вот, а теперь вторым сразу пустим маятниковый топор, чтобы задамажить его. Почему у него столько жизней? Черт, это что такое? А, типа это меня она ловит? Блять, я тоже знал, что она меня сломает. Это, короче, я понял. Тут еще свои ловушки есть уже расставленные сразу. Я приблизительно понял. Вот эта ловушка, и сверху пускаем камешек. Бам. Отлично просто. Его, конечно, надо, походу, провести по всем ловушкам, что ли. Блять, и меня, походу, проезжал маятник, потому что я там стоял. Ох, я этого ребятенка-то задамажил.
Так, ребята, вот эту игру я бы на самом деле бы купил, потому что она очень крутая. О, еще одна баба пришла, ёб твою мать. Так, Анна, лучник, я понял. Статы можно посмотреть. Теперь она, походу, по мне будет сдалека лупить, правильно? Я подозреваю. О, смотрите, здесь можно... А что, и что дальше? Ну, ловушку куда? Можно сразу, типа, на... можно на нее сразу поставить. Так. Ну, я не понял, здесь же ничего нельзя поставить пока. Прям на нее, что ли, можно поставить? Сейчас как только наберется, я думаю, сейчас, наверное, сразу ее чик и клотнем, да? Ой-ой-ой, это что такое у меня? А, гляньте, там вылезут эти шипы, что ли? У меня пока нету их. Не, у меня есть вот. Дальше, дальше нужно класснуть. Ну, сюда нужно поставить камень. 65. Урон, урон, где? Ну. Сколько здесь всего, ребятушки? Было бы на самом деле круто. Чё от меня хотят-то, я не пойму. Ну, первое идет это, потом идет вот это. Потом идет вот так вот. Или что ты хочешь от меня? Грабли, на грабли можно ступить. Черт, ну ладно. Третья ловушка. Что тут нужно поставить? Гена фиолетовая. А вот спрингерборд, вот это нужно поставить. Все. Не-не-не. Вот. Спрингборд. Да ёб твою мать, третья ловушка, я же ее поставил-то. А, можно в разные стороны переключить, видите, куда она будет действовать. Так, ну, поехали. Почему это не действует? Это должно действовать. В общем, ладно, ребятушки, в принципе, все понятно, не понимаю, почему не работает то, что я поставил. Первое выталкивает эту херню, да? Или, может, надо убрать просто? Нельзя убрать, а первое тоже нельзя. Ничего нельзя убрать, кроме третьего. Ладно. Я думаю, пока на этом закончим. Я, в принципе, понял, что это заиграю, скорее всего, я ее приобрету, когда выйдет полная версия. Лена, может, уже есть. С вами был Анри, всем спасибо за внимание, всем пока.